Okay, they were excited. Они были очень радостны, написано. Not only that, they were amazed. Написано, что они были удивлены. The Greek words used here. Греческое слово, которое используется здесь. They stood with their mouths open. Они стояли с открытыми ртами. They were so surprised at what was going on. Они были очень удивлены то, что происходило. And this amazement kept growing. И это восхищение все росло и росло. The more they looked at what was happening. Чем больше они смотрели то, что происходило. And the basis for that amazement was this. Тем больше вот это вот восхищение поднималось. They began to realize that all of those who were speaking in these other languages. Они начинали понимать, что все те, которые говорили на этих языках. Were from the Galilee. Были из Галилеи. Yeah. And вы все понимаете, что те, которые говорили на иных языках, это были все люди, которые были с Галилеи. Okay, we have to remember everything that happened during that time. И мы должны понимать, что все, что происходило в то время. Yeah, that there was a whole lot of whispering and gossiping going on all over Jerusalem about what had happened. Было очень много слухов в Иерусалиме о том, что происходило. So they began to recognize that these men who had been with Yeshua. Were from the Galilee, are therefore uneducated fishermen, as they said. И тогда люди понимали, что это были люди, которые были с Иешуа, значит, они были с Галилеи, значит, это были не люди без образования, которые просто были обычными рыбаками. And so their amazement grew because и их неудивление росло, потому что они начинали говорить на языках, которые. They knew that this could not be a natural event, okay? На котором не было для них привычно. In verses 9 to 11, we are told from where all these people came. Нам говорится, откуда они все приходят. Yeah, Parthians, Medes, residents of Mesopotamia. Месопотамия и дальше поехал. And all of these different places. С этих разных всех мест. Many of these would have been descendants of the 10 tribes who dispersed after the Babylonian. Babylonian captivity. Эти, наверное, все люди, которые приходили с разных государств, это были члены одного из там с десяти этих все вот эти государства, которые были вокруг, это были частью тех десяти колен, которые были в рассеянии после Вавилонии. Yeah, most of those who returned from the Babylonian captivity were from the tribes of Judah and Levi. Yeah? В основном те, которые были в Израиле, это было Леви и Иуда. And the rest they dispersed. И остальные были по разным государствам. Those who came from the east of Judea probably spoke Aramaic. Те, которые пришли с запада, они, наверное, те, которые были с востока, они, наверное, говорили на арамейском. Those who came from Judea and the region of Galilee would speak Hebrew. А те, которые были с Галилеи, с Иудеей, они бы говорили на иврите. Okay, there were another five from Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, and Pamphylia. Were Greek. No, еще пятеро были из других государств. They all came from Asia Minor. Они были с Малой Азии. Spoke Greek. Они говорили на греческом. Next two were from Egypt and Libya. Остальные двое были, еще двое были с Ливии. They would also probably have spoken Greek. Они, наверное, тоже бы говорили на греческом. There were some from Rome. Были с Рима. They would speak Latin. Они бы говорили на латыни. Cretans spoke Greek. Кретяне говорили на греческом. And the Arabians spoke Nabatean. И аравитяне, да. Yeah. The makeup was that of two different groups: Jews by nationality. Некоторые она делилась на эти группы людей делились на две: евреи по национальности. People who were born. Те, которые были рождены евреями.
Okay, and the proselytes, Gentiles who had been converted to евреи, которые потом еллины, то бишь не евреи, которые приняли иудейскую веру. The content of what they were saying, where they were proclaiming the mighty works of God. А что они говорили? Это было, это они, они объясняли с восхищением дела Божьи, которые происходили на тот момент. Okay, we're not exactly told which mighty works that they were proclaiming, but they were probably telling also some of the things that Yeshua had done. Мы не знаем, о чем они говорили, но мы знаем, что они, наверное, говорили что-то по поводу того, что Иешуа делал. And what had been happening in Jerusalem. И что происходило на то время в Иерусалиме. And in that confusion, и в этом конфузии, которая происходила, Acts 2:12-13, they were asking themselves a question, what does this mean? В 13 стихе они спрашивают, что это значит? Or at least some of them were asking that question. По крайней мере, несколько спрашивали этот вопрос. There were others who were making fun of them. Были некоторые, которые смеивались над ними. And they were telling that they were drunk. И были те, которые говорили, что они были пьяные. Okay. So the first response was one of questioning. First response was one of questioning. Первый ответ это были те, they couldn't explain what was happening, so they were waiting to see if anything manifested itself. Who was waiting? The crowd. The crowd. Люди ждали, не могли понимать, что происходило, поэтому они ждали, чтобы что-то, может быть, произошло, чтобы было им понятно, что происходило. Okay, let's be clear. They weren't questioning the miracle itself. Они не спрашивали того чуда, которое происходило на то время. They were trying to discover what it meant. Они пытались понять, что это означало. And sometimes we miss that. А иногда мы пропускаем того. We get so astounded by what happened, we don't ask the question, what does it mean? Мы иногда не спрашиваем, иногда вот мы видим чудо, но мы не спрашиваем, а что вообще это значит? They as believers in the Tanakh recognized this as a supernatural event. Люди, которые верили в Танах, они верили, что это было сверхъестественное событие. And so wanted to know what it meant. Поэтому они хотели знать, что это означает. Second response is one we get also today, of course. The second response is one that we also get today, of course. Второй ответ это был, второй вопрос, который был задан людьми, это то, что мы на сегодняшний день получаем. There were unbelievers in the multitude. Были неверующие, которые были в той толпе. And they began to mock. И они начинали смеяться. And claim that they were drunk. И провозглашать, что люди the пьяные. Word new wine that's used here means sweet wine. Okay. Новое вино, которое используется в этом стихе, означает сладкое вино. It was still in the process of fermenting, so the alcohol content was probably not too high. But и она была еще в процессе того, чтобы брожение, поэтому, наверное, алкоголя не было так сильно много. So we have, just as we would have today, we have two responses to miracles and to things supernatural. Как на сегодняшний день у нас до сегодняшнего дня есть вопросы на чудеса, которые происходят. Those who want to know the significance. Те, которые хотят понимать, что означает. And those who make fun of it. Чудо и те, которые насмешиваются. And this, of course, provoked Peter's first sermon. И вот что заставило Петру говорить первое свое проповедь. Acts chapter 2, verses 30, verses 14 to 36 in total. С 14 стиха по 31 стих это проповедь. Divide this into three parts. Проповедь Петра, вы можете это разделить на три части. His proof of the messiahship of Yeshua. Доказательство, что Иешуа есть Мессия. And the the sermon itself, сама проповедь, and also the conclusion. И третье это вывод. Okay, Peter's Peter refutes the accusations that are made here. Again? Peter refutes the accusations that are being made here. He tells them that this is not true what they're saying. Okay. Петр начинает объяснять людям, что все, что говорят другие вокруг, что они пьяные, это неправда. Okay, Peter takes the stand, takes the lead. Петр становится и начинает говорить. It's in his character. It's in his character. Это в его характере. Okay.
sometimes to his own cost. Иногда ему это приходит очень дорого за это платить. Okay. But this was, as I said earlier, this was Peter's first use of the keys of the kingdom. Но как я объяснил, это первый раз, когда Петр использует ключи Царства Небесного. Okay. He lifted up his voice, it says. Он поднял свой голос, написано. So he got their attention. Он получил их внимание. It's like someone I once knew who was an evangelist. Это как я знал кого-то, который был евангелист. And he would go into McDonald's with his family to eat. Он пошел бы в Макдональдс со своей семьей кушать. When he'd finished eating, когда он перестал есть, he would knock on the table, он бы стучал бы об стол, stand up and say, "Can I have your attention for a moment?" Встал бы и сказал бы, и говорил, and then he would а можно ваше внимание? He would preach them a 5-minute message. И он бы говорил, он бы проповедовал им 5 минут Евангелия. He was a real evangelist. Он был настоящим евангелистом. He couldn't help it. Он не мог с этим ничего справиться. Okay. Not all of us are gifted in that way. Не все мы одарены в этом случае. But he was, and he got results also. Он был, и у него были результаты. But in this case, Peter stands up and he says, "Hey, guys, I need to talk to you." Но в этот момент Петр становится на ноги свои и говорит: "Эй, ребята, мне надо с вами поговорить." Let me tell you what this means, he says. Давайте я вам объясню, что это означает. He begins by saying that the apostles' actions on the basis of the custom in verse 15. These people aren't drunk, as you suppose, because it's only 9 o'clock in the morning. Он начинает им объяснить, людям объяснять изначально по поводу тех вещей, которые говорили им люди. И в 15 стихе он говорит, эти люди, которые вы видите, они не пьяны, потому что сейчас 9 часов. Okay, he's just saying, okay, guys, look, this is not possible. Сейчас 9 часов. Смотрите, еврейские обычаи по временам, у них сейчас 9 часов утра. Okay, it was against also the custom. The custom was, if you drank wine, you would drink it in the evening, not 9 o'clock in the morning. Когда вы бы говорили на то время, когда вы пьете вино вечером. Никогда вы не пили утром. 9 o'clock in the morning was the hour of prayer. 9 часов утра это было время молитвы. Of the morning sacrifice. Это было время утреннего жертвоприношения. And on this occasion there would have been many sacrifices. И по этим обстоятельствам, которые происходят во время Шавуота, было бы очень много жертвоприношений. Peter gives another explanation. Петр дает еще один объяснение. And that's based on the book of Joel. И это основано на книге Иоэль. Okay. And we've said that in the last days. И мы это говорили, что my spirit upon everyone, your sons and daughters will prophesy. Да, последние дни я залью свой дух и тому дальше. It's Joel 2:28-32. I think это we know this very well. Это 2:28-32, по-моему. Peter states, "This is that." Петр говорит, что это время является тем, что говорил Иоэль. Чтобы она была исполнена. Okay. Nothing that Joel prophesied actually happened in Acts chapter 2. Ничего из того, что говорил тогда пророчество Иоэль, не произошло в этот день. But he's saying this is what was being alluded to in Joel. Но он говорит, вот к чему стремится, к тому, что говорил Иоэль. In Acts chapter 2 he talks about speaking tongues. Joel doesn't talk about that. В Деянии 2 главе она говорится о том, что они говорили на языках. Но Иоэль не говорит об этом. Она говорится о том, что они начнут пророчествовать. Говорится о том, что молодые люди будут видеть сны и видения. All this would be coming. Что Петр okay. пытается объяснить, что все это придет. And this is what is going to happen. И вот что будет происходить. Literally what Joel was speaking about was the outpouring of the Holy Spirit upon the whole nation of Israel. О чем говорил Иоэль, это о том, что будет излито Дух Святой на весь Израиль. And this will happen in the last days. И это будет происходить в последние дни. But Peter is making here an application based on similarity. Но Петр начинает говорить
об этом, потому что оно является началом и похоже на то, что произойдет во время того, о чем говорит Иоэль. And the point of similarity here is that the outpouring of the Holy Spirit resulted in unusual manifestations. И в чем является сходство, это то, что когда был излит Дух Святой, крещение Духа Святым, то началось происходить невероятные и странные вещи, о котором также написано в Иоэле. Just as what Joel was talking about will produce a supernatural manifestation. И о чем говорит Иоэль, она произойдет и возродит Peter's невероятные чудеса и знамения. Peter is actually saying here this outpouring of the Holy Spirit is limited in a sense. В один момент Петр говорит, что это излияние, крещение, оно лимитировано. Okay, so Peter having moved or explained the situation and what was happening. Петр объясняет то, что происходит. Remember, he is speaking to those who understand the scripture. Вы должны понимать, что Петр говорит с теми людьми, которые понимают место Писания. It was nothing new for him to tell them about Joel. They would have known. Это ничего нового о том, что говорил. Для людей, которые говорил Петр, это не было бы странно, что Петр говорит о Иоиле. Sometimes when I'm speaking, I'm making an assumption that you already know some things. Иногда, когда я с вами говорю, я примерно понимаю, что вы что-то понимаете. But sometimes I discover that people do not know those things. Прихожу к тому, что я понимаю, что люди иногда не понимают, о чем я говорю. I have to go back and I have to try and explain this. Мне нужно идти назад и это объяснять. Yeah. Okay, but that's why it's so important to read the whole of Scripture. Поэтому очень важно читать всю Библию. I was talking yesterday about having our favorite verses, favorite как у нас есть любимые стихи, любимые главы, любимые книги. Yeah, that's okay. Это хорошо. But we still need, and we need more. Но нам нужно больше. A whole picture, the everything. Целой книги, все, что там было написано, чтобы для того, чтобы мы все понимали. So it's important. You can read. Вы можете читать. Excuse me. You can read through the Bible. Вы можете прочитать через Библию. Easily. Легко. In 1 year. За год. Not a problem. Не проблема. And it's a challenge to us to do that, to make sure that you do that. И это вызов, чтобы мы это делали. Since I became a believer when I was 16 years old. Когда в 16 лет я покаялся. I have taken up that challenge. Я принял этот вызов. I won't tell you how old I am now. Я вам не буду говорить, сколько мне сейчас лет. It's a long time. I've read the scriptures through and through and through, and I still discover things that I think, how on earth did I miss that? Я читаю Библию все больше и больше, и я думаю, как я мог это пропустить? Да? Because the word is so rich. Потому что слово настолько богато. And God reveals it to us. И Бог это открывает нам. Be encouraged. Read God's word. Читайте Божье слово. I heard recently, well, not so recently, it was a year ago now. Где-то через год. I was in Israel. Я был в Израиле. A young man from Korea. Я встретился с молодым человеком из Кореи. And he told me about a Bible school in China. И он мне рассказал о библейской школе в Китае. And he said they have the challenge to read the Bible through 5 times a year. У них вызов то, что они должны прочитать Библию 5 раз за год. And they do it. И они это делают. Okay, in Chinese. На китайском. So. Поэтому. The minimum is once a year. Okay. Минимум это раз в год. But let me get back to what I'm supposed to be talking about. Давайте я вернусь к тому, что я должен. So we come now to Peter's proof of the messiahship. Мы сейчас переходим к тому, что Петр рассказывает о том, дает доказательства о
том, что Иешуа есть Мессия. These verses, Acts chapter 2, verses 22 to 35. 22 по 35 стих. In verse 22, Peter begins to summarize the public ministry of Yeshua. В начале он, стиха он, Петр начинает суммарно объяснять все земное служение Иешуа. He addresses them as you men of Israel. Он начинает по адресациям, говорит, вы мужи Израиля. And tells them they are to focus their attention on Yeshua from Nazareth. Говорит, вы должны дать свое внимание на слова Иешуа из Назарета. He said, this is a man who was approved by God. Он говорит, это был человек, который был выбран Богом. The means by which he was approved were the mighty deeds, wonders, signs, and miracles that God did through him. Засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Okay, I don't know exactly how Peter did all of this. Я не знаю, как. We possibly don't have this whole sermon that he gave. Я не знаю, как Петр это делал. У нас нету всего проповеди, которую говорил Петр. You know, when you listen to somebody and you make notes. Знаете, когда вы слышите кого-то, вы делаете записи. Then you just have the high points, okay? У вас только тогда главные моменты всей проповеди. But in this particular case, he is pointing them to the fact that what is written in the Tanakh about the Messiah, Yeshua fulfilled. И тут что происходит, что вывод, какой он делал по поводу Иешуа, это то, что он говорит, что все, что говорилось в Писании, в Танахе, об Иешуа, об Мессии, Иешуа сделал. He would be authenticating the messiahship of Yeshua through the scriptures. Он бы начал объяснять, что Иешуа есть Мессия через Старый Завет. You remember that Yeshua himself helped two of the disciples. Yeshua himself helped two of the disciples. Вы же помните, что Иешуа помог двум ученикам. To understand it. Понимать это. They were on their way to Emmaus. They were on their way to Emmaus. Они были в пути в Эммаус. Okay. Yeshua came up to them. Иешуа подошел к ним. They had a little chat. У них был разговор. And then Yeshua, it says, Yeshua began to explain to them from the Torah, from the prophets, and from the Ketuvim, all that the scripture said about him. И потом Иешуа начинал объяснять истории, пророк, Ктувим, полностью, что говорили эти местописания об Мессии, то бишь о нем. Okay, so there is an awful lot of proof within the Tanakh. Есть очень много доказательств внутри Танаха. And we need to know that proof. Huh? And we need to know that И нам proof. Нужно знать это. I'm just trying to remember, did I teach on the Messianic Messianic Christology from going through the whole of the Tanakh, as it were, and discovering the texts which talk about the Messiah and how they were fulfilled in Yeshua. Я не знаю, если я с вами проводил этот урок, но есть урок, который ты проходишь Танах, то бишь Старый Завет, и где рассказывается о Мессии, и там объясняется, что Мессия делал, и как это Иешуа исполнял то, что было написано This в Танахе. This is a very important teaching. Это очень главное, главное место. I can't remember if I've actually taught on it here. But я I не have знаю, it. Если я тут научил. Но it's possibly somewhere on DVD. Может быть, если есть, то может быть это на DVD. But it's to understand that, and this is what Peter is doing right now. И вот что делает Петр на сегодня, на данный момент. Okay. Peter showed that the power of God was at work in the life of Yeshua. Петр показывал, что объяснял,
Again, can you? Peter showed that the power of God was at work in the life of Yeshua. Петр пытается объяснить, что сила Божья была в работе Иешуа. And he used three words. And he used three words. И он использовал три слова использовал. The first word was works. Первое слово это было дела. Okay, emphasizing his miracles. Объясняя его чудеса. The second word he used was wonders. Второе слово это было what verse is this? 22. Men of Israel, Yeshua from Nazareth was a man demonstrated to you to have been from God by the powerful works, miracles, and signs that God performed. Первое, что он использует, это были силы. Второе, это было чудеса. Okay, three words. Works, miracles, signs. Okay. Yeah, it doesn't say works, it says power, miracles, and signs. So. Okay. But the works emphasize the miracles. Okay. Слово силы это показывает и объясняет слово то, что он делал чудеса. The second word which is used is wonders, emphasizes miracles as demonstrations that appeal to the senses. You just lost me. Did I lose you again? You lose. You're tired. It's just a lot. It's a lot too. Okay, let's do it slow. Okay, wonders. Emphasizes. No, I understood that. Yep. Wonders. It's basically wonders is. Miracles as demonstrations. Yeah, miracles as demonstrations for what? That appeal to the senses. That appear to the. Appeal. Appeal to the. To the senses. To your senses, your physical senses. Второе слово, которое используется тут, оно с греческого означает вот, чудеса. Это чудеса, которые влияют на твои чувствительные органы, то бишь на твои глаза, слух, нюх и рот. Uh-huh. Ну, okay. Да. Yeah. The senses in this sense are the ones see, feel, taste, smell. Okay. Это да, вот именно пять этих чувств, это вот эти вот чудеса, вознамения, это именно к этим относится вот то, что человек происходил. And понимаете? This produced in those who saw it that sense of. Это было использовано так, что те люди, okay. которые видели или там слышали, потому что если так понять, что были как бы силы, когда Иешуа взял вино, из воды сделал вино, как бы это одно. А знамение это когда люди видели либо понимали, это было со стороны, которую люди видели. Okay, the word signs emphasize. А теперь слово знамение. Emphasize that which underline and authenticate the message which is being presented. Это было то, что подчеркивало слово, которое он говорил людям. Okay. Подтверждал. Нет, именно подчеркивал, underline это. Это как бы утверждать самое главное то, что происходило. В его слове, то бишь в его учении. Okay, you understand what I mean by that, yeah? Вы все понимаете, о чем я. Yeah, because they are things, when you are speaking. Есть вещи, которые вы говорите. Things that happen. Есть вещи, которые происходят. That prove that what you are speaking is true. То, что подтверждает, о чем вы говорите, является реальностью. Okay, those are signs. Вот это есть знамения. Yeah. And they underline the authenticity of what you're saying. Они под. For instance, if I spoke in a meeting about Yeshua healing the blind. Например, если бы я говорил бы сейчас служение истории о том, что Иешуа исцелял слепых. And that there then is a blind person in the meeting. And we pray for that person and he gets healed. That is a sign which underlines the authenticity of what had been spoken. Это есть знамение, подтверждающее о том, что мы говорим. Yeah, okay. So, there we have the three things. And he says, три вещи. All of this was done publicly. И он говорит, все это было сделано публично. Everybody could see it, they could
they could know about it. Все могли увидеть и все могли знать об этом. Okay. After this, Peter begins to deal with the death of Messiah. После этого Петр начинает говорить о смерти Мессии. And he points out that there is a divine side and a human side. Он начинает говорить, что есть сверхъестественная сторона этого и человеческая сторона этого. Yeah. Now we actually probably need to read these verses. Verse 23. Нам надо будет прочитать эти стихи. This man was arrested in accordance with God's predetermined plan and foreknowledge, and through the agency of persons not bound by the Torah, and nailed him on a stake and killed him. Okay? What verse did you read to? 23. Всего по определенному совету и предведению Божьего преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили. Okay, the divine side and the human side. Есть сверхъестественная сторона и есть человеческая сторона. He was delivered up by God in accordance with God's predetermined plan. Тут сверхъестественно это по определенному совету и подведению Божьего преданного. We need to remember that Yeshua's death and crucifixion was predetermined. It was part of God's plan. Мы должны понимать, что Иешуа, когда пошел на крест, это был план Божий. Это не было никакой ошибки, то, что Иешуа должен был умереть. In some translations it says the determined counsel of God. В некоторых переводах говорит, что предопределенный совет Божий был на это все. There is a godly counsel. Что есть Божий совет. And that includes the Father, Son, and Holy Spirit. Который является Отец, Сын и Дух Святой. Yeah. It includes more than that, but они все вместе договорились, что так должно произойти. But the Father, Son, and Holy Spirit are part of this council. They discuss together. This is our plan. Что они вместе обсуждали и говорили, что вот это будет наш план. So it's in complete agreement with one another. Это было в единстве, это все было сделано. Да. It was part of that fixed purpose for Messiah to die. Это было частью определенного цели, который, что еще должен был умереть. Okay. It was the word used here in English is predetermined, okay? The word means to know beforehand, but not only to know beforehand because that's the way it was planned. Слово, которое используется, это знать заранее, но знать заранее, потому что так было запланировано. Нет, слово, даже не Божий план, а просто это слово, которое используется, это должно случиться, потому что это было запланировано. Вы понимаете? So, from the divine side, сверхъестественной стороны, God planned the death of Messiah, Господь запланировал смерть и Мессии, so that even if the Jews had accepted Yeshua, что даже если бы евреи бы приняли Иешуа, he would still have had to die. Ему бы все равно пришлось бы умереть. In other words, no matter what, the death of Yeshua was inevitable. Несмотря на ничего, смерть Иешуа должна была произойти. It was the only way to reconcile man with God. Потому что это был единственный момент, когда Бог и человечество могли соединиться. Ну, могли стать вместе опять. Okay, you're with me on this one? Да, вы со мной, вы понимаете? As for the human side, с человеческой стороны, the guilty ones are those who are not bound by Torah. Can you explain that? Okay. Someone who is bound by Torah in the right sense, would not have been able to do that. С человеческой стороны, что если бы он был бы
частью Торы, жил бы Торой, он бы не смог бы это сделать. Okay. That was the Pharisees and the Sadducees. Вот чем занимались фарисеи и саддукеи. Along with the Romans. С римлянами. Они из-за того, что они настолько пытались жить и принимать Тору, как они бы не смогли бы на такой поступок бы пойти. Although they claimed to be followers of Torah. Хотя они себя говорили, что они следуют за Торой. If you look at the whole process. Если вы посмотрите на весь процесс, который происходил и это как судили Иешуа. It was not according to Torah. Это даже не было по Писанию. Okay. And there were many other things also. И есть очень много вещей, которые происходили. Maybe too difficult to go into all this. The lawless men were the Pharisees and the Sadducees. Беззаконники это были фарисеи и саддукеи. The leaders who represented the people. Лидеры, которые представляли весь народ. And the guilt of the leaders became the guilt of the nation. И вина лидеров стала перешла на вину на народа. Вы понимаете, да? Do we understand that? Вы все поняли? Кто не понял, что я сказал? If your leadership makes a decision. If your leadership makes a decision. Если, я вам скажу честно, если ваше лидерство принимает решение, then and it's a wrong decision. И это неправильное решение. Then they all suffer from that decision. Все будут страдать от этого решения. The sin of the nation. И это становится грехом народа. Вы все понимаете, да? I know that's a difficult concept. Я знаю, что это очень сложная концепция, очень сложно понять. But it is true. Но это правда. Yeah. In the same way, many nations suffer certain things because of what the leadership does. В большинстве случаев народы страдают из-за того, что лидеры принимают плохое решение. And we can moan and даже complain, неправильное решение, плохое решение. And we can moan and complain, but it doesn't change the issue. Мы можем жаловаться, плакать, быть в негативе, все, но это ничего не меняет. Because this is the way it works. Потому что вот как оно все работает. That's why if you have an elected government, поэтому если у вас выборное государство, you need to be careful who you elect. Вы должны быть очень тщательно выбирать, кого вы за кого голосуете. Okay. We are very concerned right now in Finland, actually. Но у нас очень сейчас большая проблема в Финляндии сейчас. And the whole of Europe is about the decision making concerning Palestine and Israel. Сейчас очень большая проблема, ну, как бы по поводу Палестины. Сейчас очень большой разговор okay, ходит. This whole question of the UN decision of whether Palestine. Если ООН примет unilaterally declared state. Если ООН примет Палестину как государство. And there is I can tell you that in Finland and in Europe as the European community, there is a lot of communication going to them, telling them that their decision making, they need to be careful in their decision making. Yeah, сейчас по поводу в Финляндии и в Европе все говорят, что нужно быть очень-очень осторожны во что они выбирают. There is a Finnish parliamentarian. Есть European parliamentarian. Есть финский европейский парламентер. His name is Hannu Takkula. Его зовут Хану Такула. And together with others, they have presented both documents to the Finnish government and to the European community or the European Council. Они показали что Финляндии, что европейскому консульству. About this whole history of Palestine and Israel. Который показал всю историю Палестины. Yeah. So they have a very clear picture. У них есть очень ясная картина. I've seen the document. I've actually я видел документы, которые были подписаны и все такое. And it's very clear. И очень явно. But unfortunately, we have at least at this time in Finland. Are they pro-Palestine government or not? Who? The
Ханутакала, they're pro-Israel. Они за Израиль. Они за Израиль по поводу того, чтобы Израиль был и чтобы не пришли. They have presented a document to show both the Finnish government and the European... And unfortunately, as I said, we have at the moment a president in Finland and a minister of foreign affairs, both of whom are anti-Semitic. У нас в государстве сейчас наш президент и министр иностранных дел, которые очень явно антисемиты. And even after reading this document, и даже после того, как прочитали эти документы, они все же они все же проголосовали для того, чтобы у Палестины было свое государство. Поэтому мы очень, как государство, очень волнуемся к тому, какой эффект это может придать. И то же самое на Европу. Потому что я верю очень сильно в то, что тут показывает. Although the nation itself didn't make that decision, because the leaders did, there comes несмотря на то, что государство Израиля не виноваты в том, что вот так случилось, а приняло решение самые лидеры государства, то бишь первосвященники, фарисеи, саддукеи, все же грех лидеров перешло на народ. So first of all, Peter tells them all of this. Then Peter moves on to the resurrection of Messiah, verse 24. Okay, and he tells them that this was impossible, that death could keep a hold on him. И он говорит, что это было невозможно, чтобы смерть держала его. Excuse me. And tells them it's not possible that death could hold on to him. Mm-hmm. This is a simple story. Это очень простая история. Okay, Yeshua came. Yeshua пришел. He presented his credentials. Он показал себя. By miracles, signs, and wonders. Силой, чудесами и знамениями. He was rejected and killed. Его отвергли и убили. Then he was resurrected. А потом он был воскрес. And this was the essence of the gospel. И вот было самое главное в Евангелии. Sometimes we make it too complicated. Иногда мы делаем это очень сложно. Yeah. We have an expression in English, it's called the kiss expression. У нас есть такое как бы высказывание, называется высказывание поцелуя. And it means keep it simple, stupid. Impossible to translate. Да, на английском это означает поцелуй, но означает пусть она пусть это будет попроще, идиот. So, remember, when you're presenting the gospel, Peter gives you a very good example here. Okay. Давайте мы запомним, что когда вы будете давать людям Евангелие, держите это очень просто. Okay. He then goes on to quote Psalm 16. Huh? He then goes on to quote Psalm 16. А потом он начинает даже говорить Псалом 16. Okay. 15. Psalm of David. Псалом Давида. And the quotation that he makes here falls into a category of interpretation. И она входит в категорию интерпретации. It's known as literal prophecy and literal fulfillment. Это означает literal prophecy and literal fulfillment. Прямое пророчество, прямое это fulfillment. Нет, исполнение. Вот. Okay. Прямое пророчество, прямое совершение. According to the way it was written, okay? Так как оно было написано. Okay. In the context of Psalm 16, the psalmist was clearly speaking of the resurrection of Messiah. Псалмист говорил о воскрешении Мессии. Yeah. Okay. Now, we have to make a distinction. Нам нужно дать понимать, что что есть разница между in rabbinical writings. В раввинических письмах. Okay. The rabbinical writings that were written before 365. Которые были написаны в 365 году. 365.
are probably more reliable of what was should be understood of Scripture than those who were written afterwards. Должны говорят большинство и все более правды того, что было написано тогда, чем позже. Okay, because they after 365 when после 365 году нашей эры there arose the greater persecution of the Jewish people. Началось большое гонение еврейского народа. And rejection of the Jewish roots of Christianity. И гонение еврейских корней. Okay. В христианстве. The rabbis changed some of their writings. И раввинам пришлось менять много всего. As a protest, as a как протест. Yeah. Да. But before this time, many rabbis recognized that this psalm was talking about Messiah. Но до этого они знали, что этот псалом говорилось о Мессии. Okay. Peter declared that the author of this psalm was David. Петр начал говорить, что автор псалома это Давида. But David was not speaking of himself. Но Давид не говорил о себе. He spoke concerning Messiah. Он говорил по поводу Мессии. Verse 25, the point of verse 25, that the speaker trusts in the Lord. Что рассказчик доверяет Богу. And for this reason, the speaker rejoices in the hope which is contained in verse 26. И поэтому рассказчик радуется в надежде, которая была ему дана. He can live in hope. Он может жить в надежде. Because the resurrection will come after the death. Because the resurrection потому will come after the death. Потому что воскрешение придет после смерти. And because of the resurrection, и из-за воскрешения, the speaker will walk in the path of life. Рассказчик будет ходить в пути жизни. Verse 28. Okay, the resurrection, resurrection power, what happened in the resurrection is all very important. То, что происходило в воскрешении, это очень важно. Okay. Okay. We have to take a break from my friend in the back.